Всем привет, мои дорогие зрители и подписчики, с вами, как всегда, Сладкоежка. Сегодня у нас реакция с вами на канал Валера Гостер. Смотрим новейший его видосик. Называется он «На фейс-контроле». Ну что ж, ребят, думаю, видос будет смешным, прикольным и веселым. Вот, у Валеры они всегда интересные и смешные. Не забываем подписываться, ставить лайки. Я вам всем желаю приятного просмотра. Поехали. Всем здравствуйте, всем привет. Привет. И сегодня мы будем подрабатывать security в этом чудесном завиде. Извините, я не думаю, что вам с таким видом можно наше элитное заведение. Белый Пушкин? Хотя бы в носках. Мужчина, у нас справа висит дресс-код. Ладно, вы пришли без штанов, но должны быть хотя бы в рубашке. Еще не пьяный и не вонючий. Господи, ну-ка дыхни. Дыхни. Но в целом нормально. Все равно замерим уровень твой. Ты же невменяемый вообще. Отдай, слышишь? Это не сигарета, это тестер. Ну хотя бы помылся бы дома, ну ёлк. Я бы мог тебя выгнать, но у нас сегодня очень мало посетителей. Ого. Ща. Секундочку. Давай, ты помоешься, потом придешь. Все, давай. Лячки прикольные, ну-ка дай. Ну-ка дай, оставь их тут на входе, блин. Здорово. Во-первых, какого фига ты в юбке? Во-вторых, со своим нельзя, а вас двое. Ты проходишь, ты нет. Заходи внутрь. Слышишь, ты... Давай, тебе можно. Джокер, да? А я Бэтмен. Что у тебя здесь? Что в кармане? О, ты болеешь? 36, низкая температура, реально. Ты правильно. Принимай вовремя, не болей. Давай, жуй. Вместе с пакетиком. Ой, Валера. Вот так, молодец. Нормально ты все? Съел, умничка. Глаза нормальные? Все, проходи, конечно, теперь ты здоров. Капитан Блэк Воробей, что у вас под шляпой? Ля, какой классный аэродром. Сюда бы явно приземлился самолет из War Thunder. Безумный онлайн-экшен, где месяца техника, робок, да сэр, пайроучная игра. А сейчас самолет локации. Так можно. Просто под... Так что давай бонусы. Самолет и премиум машины. У нас заведение сегодня очень весело, вы понимаете, мужчина? После 12 начинается самое интересное. Мы, значит, занимаемся хобби-хорсингом на квадроберах сверху. Устраиваем скачки. Так что готовьте денежки, у нас будут ставочки. Интересно. Александр Сергеевич, я вынужден вас... обшмонать. Александр! Ты что, на каблуках? Ёб твою! Ладно, Александр Сергеевич. Много не пейте. Будьте там осторожны. Это вам пригодится. Давай, все получится. Какой-то кентавр, типа, ну, верх мужчин. Офигенная обувь, я вам скажу, у Александра Сергеевича. Прям супер. Низ прекрасного мужчины. Здравствуйте. Можно пояснить? Ну просто, а зачем? Зачем тебе кактус в ночном клубе? Просто быстренькая проверка, это стандартная процедура. Ага. Троечка кариес, блин. Внизу поменять пломбочку надо точно. Он всем чисто это рты открывает. Девяточка нехорошая. Так, ну три зубика, 100 тысяч миллиардов с тебя. Ой, оплата серьгами принимается. Угу. Виталя, посчитай. Виталя, проснись! Ты достал втыкать на работе. Оплата за первичный прием от Виталя клиента. Виталя, залип, пожалуйста. Хорошо повеселиться. Не забывай чистить зубки. Нет, я с таким макияжем тебя не могу пустить. По-моему, без макияжа ты гораздо лучше. Девушки, вы прекрасны без макияжа. Ну что за помада? Ты светофор, что ли? Вообще не отмывается. Ну что это? Даже ты мужчина? Нафига ты меня обманул? Виталя, проснись, елка-палка. Работаем. Короче, Виталя, это пункт приема всяких... У тебя что, мышь в кармане сдохла? Реально, рататуй. Покажи, где усатый дядя Офигеть. Тебя трогал. Значит, вегетарианец. А что за город мужиков в юбках, я не понимаю. Что ты, шотландец, я сам что в шоке, под юбкой? Если ё-моё, все в юбках. Какие? Александр Сергеевич в юбке и в каблуках пошел. Тут чел вот пришел, это тоже в юбке. Трусцы? Это что, Calvin Klein? На каблуках, в стрингах, ёптфу! Слушай сюда. 8-924. Следующий! Я запущу тебя чисто, чтобы народ там поржал. Просто 37,1. А что ж мы не сидим дома, милочка? Не переживайте, быстро встанете на ноги. У нас лучшие препараты с лучших дворов и клуб. Давай, жуй, дома запьешь. Вот тебе знак, что была в нашей больнице. Все, пока. Не стильно, мужчина, не стильно. Не хватает красок, не хватает яркости. Ухо проколем, отвечаю. Не бойся. Да не смотри. О, хорошо. Тихо. Ну что это за агрессия? Это стиль, это мода. Такой злой. Не пройдешь. Уходи отсюда. Дурак, блядь, кукурузный.
Следующий, ёб твою мать. Джимми, с какого ты ранчо? Откуда ты такой ковбой прискакал? Не, лысый, ты не проходишь, слышишь? А ты не лысый. Я слов на ветер не бросаю. Я же сказал, лысый. Ты не проходишь. Это что за мейкап? Смело, стильно, ярко. Новый вижу тренд проблему, какой. Которую я сейчас быстренько исправлю, и ты сразу проходишь. Прямо сейчас. Сейчас. А, слишком сильно. Сейчас мы можем нарастить. Я и не такое чини. Ебать. Я все исправлю. Все, не шевелись, просто немножко нажму. Вот. Слушай, что-то в этом есть. Добрый вечерочек, что-нибудь опасное, что-нибудь вкусное, что-нибудь ценное у нас с собой есть. Ой-ой-ой, нельзя. Ой-ой-ой, что-то опасное, что-то... Виталя. Ой-ой-ой, сиска. А что это мы потеем? Что-то еще есть? А когда я пойду тусить? Ну, следующий, что там застряли? Ой, ты даже сюда не лезь, слышь, чумазая. Постираться дома не судьба. Стасян, здорово. Приветствую в нашем абсолютно традиционном ночном клубе. У нас со своим нельзя. Вот этих сразу убирай. Лучше признавайся, где-то что-то прячешь. Я же найду. Кот желтый, у него банан! Сразу видно, что это в карманчике. Объясниться не хочешь? Что еще есть? А что, зажигалки нет? Уж ходить, да, по всем в клубе доставать, дайте огоньку. Придурочный. Не за что. И не забывай больше. Где лучшие тусовки у нас в клубе? О, подмышка дырявая. Не-не-не. Бля, какие подкрадули. Бархатные, вообще бархатные. Дай морковку, мужчина. Саны веганы приперлись. Жри свою морковь здесь, потом проходи. Чем дальше, тем мне страшнее, честно говоря, стоять здесь. Угу. Ладно, нормально. Я там таких клоунов запускал, что в принципе тебе это понадобится. Котлета? Какаха! Нам это говно! Жуй каку. Все, проходи. Вы попадаете сегодня под акцию. Сегодня решает он. Вы в игре. Вам повезло, проходите. Ля, ты кто? Встань напротив. Чего ты в меня тычешься? Ой, я вас так и не узнал. С этой новой прической верните как был. Лысина вам не идет. О, вот теперь я узнаю тебя, проходи. Здравствуйте, вы мне угрожать пришли, что ли? Припер сюда, вот блядь, Netflix. Фейс-контроль. Камин. Чисто фейс. Ну смотри, проверяю. Камин проходит, ты не проходишь, извините. Так решил шар, не я. Ох ты, какой вредный, вы посмотрите на него. В смысле ничего не принес? А, вижу. Как они достали со своими электронками. Вот тебе и клубничный вейп. Смотрите, я разговаривающий скелет. Что-нибудь кроме говна в пуховике у вас имеется? Ножи, может быть, как... Да сколько можно вы за... Опять кто-то с духами от Диора, судя по всему. Мест нет, давай, друзей своих забирай. По карманам о, куда-нибудь о, их. А, там сзади-то уже, я смотрю. Здравствуйте, мадам. Дай... Нифига себе, кубинскую сигарету. А, дай Янг, понял. Что, тебя били, что ли? О, а чё, зубов нет? Ну не грусти. Нифига у него стоматолог. Я еще и стоматолог. Во, теперь кокосы можешь просто так хавать. Лучший клиент – это счастливый клиент. Я даже не знаю, как докопаться до тебя. Ой, очередной клиент в мою стоматологическую клинику. Сейчас гвоздей напихает. Он распространяется от больных зубов. Это нужно сразу убирать. Чисто зарплата охранника, а делай все. Вы употребляли какие-то вещества запрещенные, может быть? Может, у вас температура? Да это просто градусник, хватит уклоняться. Типа дофига Нео, что ли, или что? Ну, ты проходишь, определенно. Сука. О, класс, успокоилась. Следующий, проходи. Как дела? Как настроение? Как ве... Что-то кто-то где-то пересолил или что происходит? Так, я, кажется, вижу, в чем причина. Остановись, алло, ну попей воды. Освежись. Стой. Стой! Еще и драться будешь. Это в смысле? А куда мужика депортировали? Ну, следующий. Проходите, ну. Я игру сломал. Ладно. Пока, неудачники. Дорогие мои зрители и подписчики, что я вам хочу сказать насчет данного видеоролика от Валеры Гостера. Видос получился интересным, смешным. Да, мне понравилось. Офигел я с того, то, что он это... Мало того, что фейс-контроль был, да? То прически им там менял. Так он еще и это... Гвоздей в рты им понапихал, понабивал.
вместо зубов. Вот такой он это. Врач, ё-моё. От души вам всем огромное спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал в комментариях, ребят, пишите свое мнение насчет моей реакции, ну и мнение насчет данного видеоролика от Валеры Гостера. Всем я вам желаю добра, всем удачи и всем пока-пока.